приехали на пляж на Янг и решили отсюда сходить на аэропортовский пляж. Пешочком. Это 5 километров. Ну, он такой длинный этот пляж. Иначе надо было весь аэропорт объехать кругом. Местами дикий. Кусочек приятный, но так что-то особо не ухоженный. Да вон здесь много бегает. Носится колбасой. Ракообразная. Водичка замечательная. Чистенькая. Песочек приятный, кстати, да. Ну видишь, что въезд платный, походу, был, но мы так что-то проехали на тупиках. Может, это для этих, для машин. Ну да, надо было лучше закрывать тогда. А там уже аэропорт виднеется. Что-то я не вижу, чтобы народ садился на посадку. Вот только сейчас вот мы приехали. Ага. Видел, как самолет садился, здоровый такой, красненький. Ну, я думаю, они тут не каждые 5 минут. Не каждый, да? Не как в шарике. Да, конечно, нет. Во-первых, полоски летают меньше. Ни хрен на себе. Что за крабище там такое? Тут дырей выкопал. А что его? Это самая большая яма, какую я видела. Вон он. Вон он! Вон он! Летит наш родименький! На посадочку! Догоняем его! Ну, крабики, я смотрю, уже привыкшие, даже не реагируют. Бегают, бегают как мухи под ногами. Народу, что ли, мало, что они такие нешумные? Я вот не пойму. Ну так себе. Небольшая бандурина. Наша, кстати. Да. Груза туриста. Вот нам туда мы и хотим. О-о-о. Где он плюхается. Ты глянь, как он туристка. Нам идти не больше 700-800 метров. И все. Мы будем там. Ну, я пока отключаюсь, да? Да. Ну, классный видос. Просто зеленая вода. Приятный пляж, ракообразные носятся, как тараканы разбегаются. Ну, пляж дикий, здесь даже вон люди палаточку поставили и не жужжат. Что надо, какой отель, палатку с собой взяли, от аэропорта отошли 100 метров. И живи себе, не хочу. Смотри, сколько не попал. Ладно, мы сейчас еще хотим искупаться. Вот. Здесь явно еды нету. Еды здесь нету, я так чувствую. Мы с тобой пролетели. Ну, мы... Я не ожидала, что мы передали. У Биг Будди покушаем. Виднеется кусочек аэропорта. Еще одна бандурина летит.
Но это поменьше. Вот совсем маленький. Туда не пройдешь. Хотел пойти посмотреть, что там. Может попозже. Посмотреть.